Стартовые цены на льготы аукциона варьировались от 157 тысяч до 483 тысяч леев. Самое дорогое место на улице Измайловской было продано за 2 миллиона 450 тысяч леев. 2 миллиона 450 тысяч, 2 миллиона 450 тысяч, 3 адъюдикат, партиспанту, номеру 8. Сегодняшняя сумма превышает 10 миллионов за 16 лотов киосков сроком на 5 лет. Надеемся, что все экономические агенты выполнят свои обязательства по выплате необходимой суммы. Сначала я исключил 3 лота. Четвертый был исключен, так как агент выиграл 3 лота и больше не имел права участвовать в аукционе. Участники конкурса особо отметили тот факт, что теперь в Кишиневе места для размещения киосков, в том числе и мобильных, продаются прозрачно. И нам повезло, мы забрали, выкупили свои же места, на которых мы работали уже 8 лет. А всего 3 места купил. Вот на Чканах и вот сейчас 2 на Рожкановке. Я считаю, что очень правильный аукцион. Я считаю, что тот, кто умеет это делать и может работать, пусть он как бы и занимается своим делом. На первых 3 открытых аукционах по размещению киосков в столице было выиграно 39 лотов на общую сумму около 77 миллионов 800 тысяч леев. Даниила Данилов, Илона Ведрашко, Николай Васильев, Акчен ТВ.